Помогают ли сферические зеркала или искажают реальную обстановку на дороге, мы решили узнать у самих представителей управления транспорта во время поездки по городу. Вот сейчас мы проезжаем по улице Николая Петрова в районе комбината по благоустройству, где, значит, выезд на улицу Лимонова. Также возле Аквабура. В районе, да, Аквабура. И уже получили положительные отзывы от автолюбителей. Задача зеркал – подсказать водителю, что происходит вне поля его зрения, но не все с этим согласны. Ну, не знаю, мне неудобно, например. Мне проще глазами видеть ситуацию. А в чем неудобства какие? Искажают, может быть? Ну, тогда там нереальный как-то размер такой. Управление транспорта подчеркивает, все зеркала регулируются, и все зависит от мнения горожан. Первым высказался водитель нашей съемочной группы. На перекрестке улиц Стартовая, являющейся второстепенной, и Октябрьской, которая является главной дорогой, одно из зеркал установлено неправильно. Выезжающим на главную дорогу они не помогают. Так-то удобно, конечно, но все равно это регулирует, искажает? Искажает изображение. Близко ли, далеко ли? Надо дополнительно посмотреть вправо, убедиться, на каком расстоянии. В целом, саму идею зеркал водитель с 38-летним стажем одобряет, но оговариваться требуются доработки. Кстати, предложение о них вы можете присылать в управление транспорта Улан-Удэ. Намсарай, Сергей Костенко, новости дня.